В Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств развернули выставку женского творчества. Продемонстрировано более 40 работ ручного мастерства. Подробности далее. Про хвосты, носы и уши в крестиках и бисере. По таким названиям состоялась выставка женского творчества рукоделия. Организовали и оформили мероприятие представители багетной мастерской «Артмастер». Рукодельницы представили 45 работ, выполненных в разных стилях и в особенной тематике – домашних животных. Участвуют обычные женщины, домохозяйки, у которых также быт, семьи, работы, но тем не менее они находят время на такое увлекательное занятие. Данная тематика выбрана, поскольку в целом животные – это достаточно такое превалирующее направление как в живописи, так и, соответственно, вышивки с давнего-давнего времени. На выставке представлены работы талантливых мастериц города. Так Елена Покрас создает необычные художественные иллюстрации. Тому пример картины «Под крылом». Над ней она работала 3 месяца и рада результатам. Выполнена она в технике счетный крест на ткани, которая называется равномерная. То есть в вышивке есть несколько тканей. Это канва и ткань равномерного переплетения. Вот сейчас очень модно на этой ткани вышивать. Оформлена багетная мастерская «Артмастер», той мастерской, которая, собственно, и подготовила эту выставку. Испытывала огромное удовольствие, потому что меня прям посетило вдохновение. Мне прям хотелось быть под крылом этой птицы. Посмотреть выставку и прикоснуться к творчеству наших прекрасных мастериц можно до конца августа. Олег Осенов, Денис Кузнецов, служба новостей.